Всем привет! Это канал PlayGame. Зовут меня Сергей, и мы продолжаем проходить Биошок. Ну что, нравится тебе? Нравится? Эндрю Райан! Опять пустой что-то. Ты, давайте ломать. Так, мне бы еще бы вверх поднять. Вот она. Да, отлично. Все правильно, да, значит, сюда. И... Да, прекрасно. Почему ты оставил меня? Что? Не шевелись! Что? Так, тихо. Там турель тут разбирается, ну нахрен, у нас это с патронами напряг. Нет, сломать надо будет. Да, турель нормально лупит. Падла, чуть-чуть, да, осталось? Блин. Стой, дурак, ты меня там не лупи. Так, и что, электрическая картечь и взрыва. Давайте электрическая хоть что ли полупим. Так, а в общем, вообще напряг совсем, да? Ракетница осколочная, только пленка, так, эта штука. Угу. И арбалет. Так, ну давайте взломаем вот эту вот штуковину. Интересно, смогу, не смогу. Опля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а почему так? Да это что-то вообще как-то не это самое... Да это... Так, а что я тут купить вообще могу, да? Хер с ним. Еву надо набрать. Пару аптечек. Ну и все. Что-то ломать его, это вообще не вариант какой-то. Так, а что, турель живая еще? Живая пока. Так, генный банк. Да нет, в принципе, пока я не знаю, насколько все устраивало. О, автоматные патроны. 4 штуки целых. 4 патрона, ё-моё, ребята, вы меня балуете. Так, это что? Там вот что-то на столе лежало. Аккуратненько все осмотрим. Так, а ты, чувак, что тут пустой? Пивасик. Не, бухать мы сегодня не будем. Так, а тут что есть? Денег нет. Так, это что? Винты. Вообще все пустое, напряг какой-то прям. А, подарок. Тебе нравится, да? Стоп, а это что? Не трогай ее! Я молод! Стой, пошли сюда, у меня тут турель стоит. Давай, мужик, давай. А ну выходи, берись честно.
О, нормульно. Так, а что тут? Может, еще что-нибудь интересное? Так, Еву. Что тут? Тихо. Бляха-муха, где ж... Да что такое? Ё-моё. Да блин, еще и хер взломаешь сейчас эту штуковинку. И вот так вот. Не ломанул. Так, пусть там сами пока поразбираются, сейчас время выйдет. Опа, иди-ка сюда, и тебя сейчас ломанем. Блин, тоже сложная какая-то штуковина. Так. Ой, что наделал-то, ё-моё. Так, а что-то такая сеть-то, смотрю, не канает. Какую надо систему творить? Так, ну все, время вышло, короче. Так, надо камеру ломать. Не нравится мне все это дело, так где она? И так. Так, давайте, да, вот сюда все это продолжим. Нет, хер, вот сюда. Блин, тут вообще все оказывается не так-то просто. Это походу надо было, в принципе, изначально в другую сторону все мутить. Да, давай сюда. Так, сюда нафиг. Да ядрит ты школотить, да? Ё-моё. Да, не все так просто что-то с этой штуковиной оказалось. О, баксики. Так, что тут у нас? Что мы можем сделать? Радость хакера. Здоровье Евы. Так. Давайте, наверное, ладно. Сохранимся мы, пожалуй. По сторонам. Тут же целое сборище червей.
И у всех у них были отцы и матери, люди, которые их любили. Они женились, спали со своими женами. Так почему ты думаешь, что ты другой? Я еще не выбрал для тебя место на стене. Неплохо, честно, да. Скажи, если у тебя есть предпочтение. Угу. Так, а что, куда? Пока никуда. Пока пусть хранится в банке. Сейфик, сейфик. Так, вроде не сильно-то и сложный, в принципе, сейфик. Так, так, блин, а что-то летит так все шустро как-то. Так, 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 надо вверх. И нет, 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 где вот это, да. Так, что там, давайте обыскивать. Баксики, напалм. Так, что-то у нас и мины полные, и напалм полный. Надо, короче, этим всем пользоваться, а то я что-то одними и теми же патронами стреляю. Так. Полочная. Как ими пользоваться? Хрен его знает, а напалм. Давайте попробуем напалом, что ли, попалить кого-нибудь. Не знаю. Ну, револьвер. Так, что-то мне вот эти вот разговорчики тут как-то не нравятся. Обыскивать можно, ё-моё. Создать перегрузку ядра 3. Элементарно. Осталось выяснить, что такое эта самая перегрузка. И что такое ядро 3. Элементарно для инженера. Жаль, что я-то специалист по дамским туфелькам. Что ж, посмотрим, что я вытрясу из макак в центре термоконтроля. Как это типично для всех паразитов, вечно пытающихся прыгнуть выше головы. Так, а что такое происходит? Тебе никогда не достичь того, к чему ты стремишься. Но это все равно, что играть Моцарта древесные лягушки. Убей его, а потом стерни, как остальные! Ядрит ты колотит, он меня сбежал. Стоп, стоп, я уже тут сохраниться хочу сначала. Так, а кто это такой у нас борзый, это что, я не понял? Ой, а что, ну кто летает? Стоп, 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 а ты где? Так, а где ты? Все, погорел, да? Прямо сейчас. Только я без здоровья вообще остался. Как воздух входит в его легкие. Вновь открываются магазины, в школах слышно гудение юных умов. Мой город будет жить и процветать. И когда это время придет, твою могилу мы разберем на плиты для тротуаров. Тяжко, давайте с напалмом, наверное, погоняем. Че, я не знаю, я не буду я сохраняться. Даже глубоко под водой он видит все, видит всех нас. Так, давай, видим. Смертный миг. Это все? Плоть слаба. Кто? Даже будет... Вы снимайте лайшу, все-таки, наверное, надо было сохраниться, да? А хотя нахрена? Вот, вот и аптечки. Я как-то это пропустил. Хорошо, в принципе, что не сохранился. Напалм. Так, а что картечь такая есть? Напалм какой-то, конечно, не активен.
ладно. Давайте теперь сохранимся. Эти кибертички набрали. Все, дела идут неплохо. Я не очень внимательно, так сказать, пробежал. Так. Мы думали, что спрятимся тут от света, но мы ошиблись. Дурацкий меч! Отдай мою девочку! Ух ты, сколько голос тут! Скотина шустрая. Тебе же хуже будет. Господи! Да блин. Не-не-не. Опа, а чё ты живой-то, я не понял. Покажу. Всё равно ведь пушка. Да какого хрена? Гони, короче, сволочуга. Да блин, ты чё, живой ещё что ли? Ничего. Так, и что у меня с патронами? Револьвер? Вообще ни хрена. Так, только электрическая есть. Здесь что? Не, подожди. Такую давай штуковину. Вообще плохи мои дела. Что-то вообще с патронами тут, смотрю, очень тяжко все. Не слушайте ложь Атласа и паразитов. Восторг на подъеме. Бактиков немножко, да? Вообще капец, 5 патронов, но это несерьезно, блин.
тише. Перенервничал. Да вы чё, серии 25 патронов, но вы издеваетесь. Так, сигареты. А тут может что? Где ты, падла? Мы тут. Давай, готов. Пожалуйста. Так, автовзломщик. Ничего себе прикол. Только, блин, нашел аптечку. Нет, прилетели мудаки. Откуда вообще эта сирена? Ничего не понял. Давай, убивай уже. Еще лучше загрузиться, блин, по-быстрому, потому что это не вариант. Много я просрал. Я не могу.
прикольная это тема. Тот, кто нас спас. Ха. Его связи, нормально, подарочки. Кто это вообще делает? Господь, так. Я променял тебя на мамон. Так, давайте смотреть. Так, давайте боевой тоник поставим, да. Физический тоник. Так, это тоники, все, да. Плазменную ячейку, давайте здоровье улучшим. Максимум Евы. Эту ячейку откроем. Обманите систему безопасности. Пусть роботы и пулеметы целятся в ваших врагов. Ну и еще вот эту ячейку откроем. Да и Еву улучшим. Ну и все, в принципе, как бы до хрена мы чего прокачали. Так. Так. Химический распылитель. Эти дальность увеличим его. Тут как бы азот какая-то и тема оказалась неплохая. Вот именно. Попробую управиться с моими примочками. Я тебе покажу, на что способен. Граната. Тогда я уже подловился на этой херне. Ага, то есть его, бляха, использовать нельзя. Я-то думал, одна граната, а потом можно использовать. А нет, херушки, говорит, тебе. Мы не шевелись! Грешники прячутся во тьме! Если ты узнаешь, что я... Иди сюда. Оп, упал. Так. Давайте попробуем ломануть его. Мы его ломанем. Не вариант. Проще купить так. Так вот. Сохранимся. Где че ж так мало патрон-то дают, а? Видимо, вообще мы не стреляли. Так же нельзя, нельзя ж так играть. Так. Все пустые, да? Опа, Фазу-то вруби, слышь? Где свет-то? А, это бы мы обыскивали. Слышь, завязывай такие шутки-то шутить.
Юмористы хреновы. Мать вашу! Знаю я таких! Бляха! Только представь, сколько усилий понадобилось, чтобы создать этот город. А что создал ты сам? Ничего. Ты умеешь только грабить и ломать. Ты не человек. Ты термит в Версале. Сам ты термит, блин, называется еще. Так, мистер Бабблс. Мистер Бабблс бы. А, он спать положил ее. Ну, ясненько. Да и патрон-то у меня, в принципе, по-моему, нету нарываться сейчас на него. Так, генный банк. Давайте рассматривать. Ага, у нас в принципе все занято. Да погоди. Так, здесь. А это что у нас? Дает больше вам здоровья. Всякие это когда вы взламываете. Так, это отлично. Так, это хорошо. Плазмиды потребляют меньше евы. Так. Так, выпало больше здоровья благодаря закускам и повязкам. Замечает вас с опозданием. Так, вот эту вот штуку вот сюда вот мне надо. Так, здесь глинь. А, ну тут у нас. А тут там. Так, это что у нас? Ледяное поле. Поле заморозки. Наверное, вот так вот надо поменять. Так, ну давай, родной, вылазь, короче. Ну
Да помилует Господь! Запрыгался хрен ты моржовый. Патроны только зря на тебя, блин, потратил. Дальше. Обыскать зону слежения. Так, друзья, давайте мы зону слежения... А, не, идите в мастерскую Кибурка. Давайте, друзья, мы в эту мастерскую пойдем в следующей серии. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.